Приветствую зрителей и обыкновенных фанатов Эдема в серых тонах. Сейчас я хочу раз и навсегда ответить на вопросы по поводу моих девайсов, да, ноутбука, вот чаще всего спрашивают, и всего остального. Потому что вот в последнее время таких комментариев все больше. В общем, по-быстрому, да, давайте. Во-первых, ноутбук. Что это за ноутбук? Я уже не раз об этом говорил, и говорить снова я не буду. На канале в данном, на котором вы сейчас находитесь, вот, Мутсугаси, да, сортируйте видео, вот видите, упорядок, блять, резкость сейчас, упорядочить самые популярные, и вы обнаруживаете видео с 33 тысячи просмотров 17:07. Вот это полное описание моего ноутбука даже с тестами. Поэтому, пожалуйста, больше не спрашивайте, я уже заебался, да? Ну да, блин. Да, кстати, насчет наклеек, я их только недавно наклеил, а я его, никогда его ничем не обклеивал, вот как у моих товарищей постоянно, вот это только что недавно свои наклейки соскреб, типа вот у моих товарищей у всех всегда ноутбуки в наклейках, то есть это, ну а я не был таким. Но недавно просто, понимаете, мне подарили наклейки с, сейчас покажу, вот они, мне подарили наклейки с Initial D, одногруппница. Я так, ну-ка нахуй отсюда. Я такой думаю, блин, ну куда их деть-то? Типа я никуда наклейки никакие не клею. Мне стало жалко, что наклейки просто лежат. Поэтому я решил все-таки наклеить на ноутбук, да, приступить через свои. Ну, не, это не принципы, мне просто похуй. Ну ладно, думаю, раз похуй, то мне похуй в обе стороны. Мне похуй на наличие наклеек и на их отсутствие. Еще есть наклейки с Гулем, которые я заказал зачем-то один раз просто на похуях ночью. Ну, давай закажу на Wildberries. В общем, их я тоже наклеил. Вот такие, спасибо большое. Да, мне подарили. Ебать, понимаете, какое дело. И вот я наклеил чисто сюда. Это место просто я меньше всего задеваю, потому что гейминг происходит через вот эти кнопки, да, и вот здесь вот как раз я постоянно, вот это место все запотевшее от руки, я же, ну, потный геймер, да. И вот здесь, как вы можете заметить, уже почти не осталось наклеек. Наклейка RTX NVIDIA вот здесь была, она просто нахуй вся стерлась и склеилась. Я решил ее убрать, потому что она от моего пота просто, ну, расхуярилась. Наклейка RTX просто пропала. Ну, на той стороне, разумеется, нет никаких наклеек, я нормальный. Да и я постоянно ноутбук накрываю на ночь вот этим вот полотном красным, чтобы он не пылился. И сверху, ну, в закрытом состоянии мой ноутбук практически, ну, не виден. Ёбаная резкость. Ну, в общем, неважно, вы поняли. Да, так, что теперь переходим к часам. Я использую японские электронные часы NAKO на 813А. Ладно, шучу. Мышка, которую я купил год назад, аху... Я не попал на стул. Короче, мне 5 лет служила мышка Razer The Thunder Chroma 5 2015, да, не 5, а 2015. И в конце концов она меня заебала дабл-кликами, я уже не мог с ней фотошопить, поэтому я решил вот в прошлом году купить себе новую мышку. Это SteelSeries Rival 3. Бля, могу посоветовать, она мне год служит, и она пиздатая. Ну, выбор подсветки, это все можно, да. Вот я недавно технологии гейминга выпускал видос. Там я показывал, как с дотой взаимодействует подсветка, она меняется в зависимости от ситуации. Прикольная хуйня, очень хорошая. Бля, ну, хорошая мышка. Единственное, что, как вы можете заметить, колесико, оно грязное, потому что в нем такие есть некие отверстия, в которых, типа, ну, чтобы лучше палец его задевал. И в эти отверстия, блядь, пот ну, входит и не выходит. И там, ну, блядь, все в грязи и в потовых выделениях. Ну, это мерзко, да? Пиздец. Но это похуй, можно почистить. Так, а, кстати, у меня коробка же есть еще от нее. Покажу, блядь. А, ебать, кстати, зацените. Вот, у меня же Аега есть, да? Ну, все вы ее помните. Похуй. Вот у меня коробка от этой мышки, она достаточно маленькая, то есть коробка это буквально сама мышка. Вот гейминг, то есть. А, да, вот 3000 стоило год назад, сейчас я не знаю сколько стоит. Burst Gaming Mouse, кстати. Где название крупное? Вот, Rival 3. Rival 3. Да.
Так, а, кстати, да, коврик, ебать, вот коврик это да, коврику, это же сколько ему лет, ему лет 6, наверное, я купил еще его до того, как у меня не то, что не было, ПК, у меня ноутбука еще не было отцовского, вот этого старого, ну на него похуй. Я купил зачем-то заранее себе коврик, тоже SteelSeries, бля, такие, наверное, уже не продаются за 6 лет, ну хули, Navi Edition. Просто коврик. Все коврики, как по мне, одинаковые. Я просто люблю большие. Вот большой коврик, похуй. Да, так, ну что, наушники. Вот наушники здесь есть, что сказать. Это... Бля, от них же тоже есть... Лол, вот же она. Это HyperX Cloud Stinger. Стоили они 5000 вроде. Да, ценник тоже сохранился, лол. Стерся уже, конечно. Сейчас попробую навести резкость. Блядь, заеб... Вот. А, даже не 5, что? 3800, что ли, 4000 наушники стоили. Cloud Stinger. Это все название, я думал, там что-то 5-6, просто Cloud Stinger. Ну, короче, облачное жало, да? Cloud это облако, Stinger это жало. По звуку наушники охуенные, очень приятные. Микрофон сносный, ну, не идеальный, ну, в общем, тебя услышат. В доте, да, как ты называешь какого-то кого-то хуйлом. Тебя-то услышат. Так, ну они, в общем, здесь вот такая мягкая есть хуйня, чтобы макушка твоя была в мягкоте, они регулируются. Сейчас. Вот. Но у них есть огромный, блядь, минус, который меня заебал. Во-первых, вот эта обивка, как вы можете видеть, она пиздец облезает. Я ничего особенного с ними делаю, не делаю, просто живу. И вот даже здесь вот эта обивка, она супер прям крошится. У меня все уши постоянно в этих черных хуйнях. Вот я могу оторвать. Видите, она просто, блядь, вся ее разъела, блядь. У меня едкие ухи. Я постоянно в этих черных осколках. Я сначала думал, да что это за хуйня? Я что, превращаюсь в неважного человека? А, оказывается, вот эта вот черная штука на меня постоянно, блядь. И это еще не все. Это еще не все. Прикол в том, что вот эти амбушюры, вот эти мягкие, да, штуки, они херово приклеены к самим наушникам. И они постоянно, ну, не постоянно, не помню, пару раз у меня 2 недели подряд просто выпадали. То есть эта вот обивка, она просто выпадала, вот этот круг. Я не хочу сейчас показывать, как это происходит, потому что это просто ад обратно их вставлять. Это просто, блядь, ебаный ад вставлять обратно эти амбушюры. Тут нужно вот эту в промежуток вставлять эти ткани, чтобы они задержались. Бля, это так было, сука, сложно их обратно вставлять. Короче, пизда. Так. Наушники, ну, бля, ну, на самом деле, из-за вот этой, тут только из-за этой обивки я их не стану советовать. Ну, звук охуенный, все охуенно, но вот, блядь, такой ад, просто что они облезают, лучше, наверное, ну, получше поискать. И учитывая то, что, ну, сейчас, наверное, новые появились. Кстати, купил я их, не знаю, в году 18. Нет, 19, в 19-м я их купил. Так, ну микрофон, хули тут сказать. Blue Yeti, это как Лада Гранта, да, то есть фирма Blue, Лада, модель Yeti Гранта. Купил его в 18-м году, точнее, мне подарили его на день рождения. Точнее, мне подарили деньги, и на эти деньги я купил микрофон. Эту наклейку. Да мне всем похуй на наклейки, мне тоже похуй, но надо хронометраж протянуть. Нахуя, не знаю. Это наклейка от мышки, которая у меня была до этого. Помните, говорил Razer The Thunder Chroma 2015? Там была куча наклеек вот таких, я решил куда-то их деть, вот я сразу наклеил. А вот остальные наклейки я вот тоже вот неделю назад наклеил, просто потому что я не, ну, мне было обидно, что они просто лежат. Уберу их отсюда. Похуй, ладно. Поэтому, ну, краткий обзор. Ой, блядь, сдохнуть бы поскорее. Ну ладно. Ну, вот прикольная, кстати, наклейка. Тупо токийский дрифт, да? Кардиоид. Ну ладно. Ну, микрофон охуительный, вы, в принципе, сами это знаете. Можете послушать его звучание на основном канале, на стримах. Служит мне уже 3 года. Без сучка, без задоринки. Ну, ладно, есть один минус. Разъем иногда не очень хорошо держит.
Бля, мне сегодня приснилось, как у меня у телефона разъем зарядки разъебался, и было обидно, телефон не функционировал. Разъем вот этот иногда, ну, что-то лагает, выпадает, и сбиваются настройки. Ну, в общем, да, похуй. Вот здесь вы можете вставить наушники, чтобы слушать свой собственный голос в момент его произнесения. Не знаю, зачем это сделано, но какая-то херня. Ну, зато можно себя послушать сразу же. Ну, следовательно, здесь есть встроенная звуковая карта, учитывая наушники, да? Похуй абсолютно. Ладно. Хороший микрофон. Так, ну и последнее, что я хотел показать, это вот этот утюг. Блять, хватит шутить, долбоёб. Ну, DualShock 4, хуля. Купил его совсем недавно, этим летом. Специально для того, чтобы снять гайд для дурачков, которые не знали, как на геймпаде юзать баг на Каю Перике в GTA Online, когда еще его не пофиксили. Я решил купить геймпад и самостоятельно сделать три примитивных действия, которые, видимо, никто не мог сделать. Ну и, разумеется, я с него играл. Ну, кстати, в GTA можно иногда почилить, подключить геймпад и просто развлечься на стуле и лежа играть. И так на стриме одном делу было заебись. Ну и синглы некоторые можно, вот я Секиру с ним проходил, тоже нормально. Как вы можете заметить, здесь на стиках такие некие насадки, да, с пупырками. Мне их дали в подарок. Я решил, ну что бы не надеть, заебись, как раз не будут стики стираться. Ну, поэтому таким вот образом оно выглядит. И красный, потому что похуй мне абсолютно, да. Какого хуя видео уже 11 минут длится? Я вообще не подозревал, что оно будет столько длиться. Кстати, DualShock я храню в коробке от наушников вместе с проводом, чтобы не пылился, да? Бля, и тут у меня лежит старый iPhone 4 зачем-то. Это был мой телефон с 2014 по 2018 год. Ну, блядь, айфоны говно, да? Как мы все знаем, это вы сами знаете, что, да? Бля, если выбросишь нужное, что-то вылетишь следом. Мой беспорядок можно только исследовать. Да, это тоже мой девайс, да, для определенных целей. Не все поймут, но многие вспомнят. Так, ну, хули, тут у меня часы мои наручные. Бля, я же их никогда не показывал, точно, вот. Вот, блядь, показываю мои наручные часы, которые я купил в то время, когда у меня происходило становление самурайское, то есть когда я вернулся с Артека в начале 2020 года. Это часы, охуенные часы, работают как часы, да? А наручные, это Casio, бля, модель не помню на самом деле. Может, тут где-то написано. Вот. Чинчен Ханжи Кентанчио. Поняли, какая модель? Клоун ебаный. А, вот, А163ВА. Вот эта модель. Заебись, классные. Я в них крут. И яхта тоже крута. Бля, вот это точно никто не поймет. В общем, да. Пизда. Ну, вроде все, там мои катаны лежат, тут я сплю. Ну, похуй абсолютно, да. Там эта вертка. Это вот чай, который я пью месяцами. Эти часы, кстати, я не использую, они отстают на 23 часа в квадрате. Поэтому в конце последнего видео на основном канале было неправильное время. Я только потом это понял. Типа кто-то подумает, что я за 10 минут до Нового года его снимал. Ну все, короче.